Привет, ребята. Обзор еды. Ну, опять определение проблемы с едой. Это вот дорогие кетчупы, ну, которые мне попадались. Не знаю, может, какие-то депутаты, какие-то особые едят. Хинс. Народ жалуется, что он кислый. Ну, этот Уред, вот этот шутейщик, там, блевальщик. Действительно, он ужасно кислый. Причем не только шашлыка и гриля, но кислый. Так, этот вот Рика тоже кислый, сильно кислый. Ну, там уксус. Премиум качества не знаю. Медаль тут, закупка, кислятина. Причем это не шашлычный. И что за странности есть, смотрите. В этом нету добавок хламовых. Вот, прочитайте. Даже, ну... Кто не видит, я вам скажу. Паста томатная, сахар, уксус, натуральный, соль, ароматизаторы, все. То есть это на высшую категорию должно быть. А здесь первое. Видите? Что это? Залет какой-то. Здесь состав, видите? Паста, сахар, соль, уксус, специи. Все отлично. Где-то написано высшее. Вот. Видите, высшее. А почему тут первый? Я позвонил им, сказал, что кислое, и почему первое, естественно, они ничего не ответили, потому что, ну, потому что эти линии поддержки херня. Так, и тут стал доходить до меня, что больше уксуса фигарят, чтобы больше он хранился, чтобы валялся, и чтобы его продавать бесконечно. Да, ну и вот здесь вот, смотрите, 12 месяцев. Вот поэтому, наверное, и нафигарили много уксуса. 12. А на этом я не мог понять. Написано на упаковке. Тяжело очень прочитать. Вообще ни хера никто не прочитает. Вот на боковинке где-то здесь. Хер прочитаешь. Ну, короче, видно кое-как. Пишите нормально, хоть краской, блядь. Черный придурки. Миллиардами ворочаете, миллионами. 20.05.17, как я понял, да? 20.11.18. То есть это охереть, это же сколько? Это полтора года, что ли? Ну, действительно, вот так вот, смотрите. Мне кажется, зрение такое средненькое. 18, да, год. 05.11. Офигеть. Полтора года, что ли, блин. Ну, естественно, уксуса до хера, в общем. Все. Примерно определили, почему она охеренно кислая. Чтобы валялись 100 лет. Это вот опять очередной премиум, высшая категория. Ну, действительно, неплохой. У меня были уже обзоры этого кетчупа. Что-то там сахара много наваливали в каком-то. У них все время какая-то проблема. Вот состав. Так. Уксус. Уксус есть. Но вроде как его не очень много. И срок... Блин, все буквы где? Смотри на упаковке. Вот здесь вот срок хранения 108 суток. Это 6 месяцев. Вот. Ну давайте еще упаковку посмотрим. Опять это пропечатка хер. Увидишь. Задолбали, блин. Ну, красочкой просто черненькой. Профигарить надо. Ага, тут все четко. Да. 02 месяц, 18. 08. Да, молодцы, молодцы. Никаких претензий нету. Ну, кроме, по-моему, сахар какой-то нафигаривает. Мне попался один, блин, ну... Все нормально, блин, ну и ни воды, и ни сиропа этого глюкозного, и ни крахмала, но что-то вот сильно сладкий, блин, ну пробуйте хоть, ребята, в слободе.
Ну вот, все, я описал, расследование провел. Те черти охеревшие, уксусы нахерачивают. Так налейте вообще одного уксуса и 1 грамм томата, чтобы хранился 100 лет. Пока, ребята. Подписывайтесь обязательно на мой канал.